женщина Востока. В ней столько неги, страсти, красоты. Сама богиня или дочь пророка, ее прекрасные изменчивы черты. Искусство танца ей дано не в меру. В нем выражение невольничьей души. Любви рабыня или королева, движение плоти, не желание, а мечты. Сейчас свой восточный танец с вейлами исполнит руководитель Елена Лоткова. Встречайте! Девчонки, вихрем кружится в ночи. Половинка луны, балканский танец.